Спасибо большое. Очень важно во всей этой истории со стройкой, чтобы люди знали правду и говорили правду. Я вчера посмотрел всю историю того, что здесь происходило, и все дискуссии вокруг этой стройки. Вот тут написано, да, что якобы строится здание образовательно-просветительского назначения. Это что значит? Школа, детский сад, кружки. Где концепция этого образовательного центра? Где программа? Есть ли она? Я убежден в том, что нужно потребовать от инициаторов этого проекта представить концепцию того, что здесь они планируют, какое образование, какое просвещение. Если они честно скажут, что это магазины и рестораны, позор им. Но если они смолчат, это значит, что они тоже лжецы. Вот имеет место молчание. Молчание в этом случае – это самая настоящая ложь. Сегодня было сказано о том, что можно останавливать стройки. Я убежден, что здесь так же получится, что эта стройка будет остановлена. Но нужно идти дальше. Нужно добиваться того, чтобы в Москве были ясные нормы, касающиеся того, на каком расстоянии от жилого дома можно что бы то ни было строить. Сегодня все запутано, убежден, намеренно. Нормы, касающиеся противопожарной безопасности, нормы, касающиеся инсоляции, все это слишком хитро перепутано и сделано так, что легко можно обойти. Вот давайте будем добиваться того, чтобы была общая ясная норма. 50 метров или около того от дома, чтобы нельзя было строить ничего. Мы видим, как здесь стоят дома уже достаточно близко друг к другу, а в новых микрорайонах просто уже дома ставят один к одному. Не могут люди нормально жить в этих условиях. Надо добиваться изменения всей политики в области застройки. Строят огромные дорогие дома, они стоят пустые во многих местах. Город должен быть приспособлен для жизни, он должен развиваться по плану, а не исходя из интересов тех, кто хочет быстро заработать и смыться из страны, как смылись некоторые застройщики. Будем надеяться, что Москва станет развиваться как город для людей, а не для денег. И, конечно, победим. Самое главное, чтобы все эти лжецы и их покровители знали, никуда они не денутся от общественного внимания и от общественного позора. Помощи Божией в добрых делах, мирной, достойной жизни, без того, чтобы ее растаптывали те, кто служит только своим деньгам. Очень хорошо, что здесь рядом вот красный флаг и имперский флаг. Люди разных поколений – это залог надежды на успех. Спасибо.